Всем привет, друзья! Приехали мы на Минское море к домику рыбака. Здесь у Тимофея припаркован его рыболовный човен. Сейчас загрузимся, друзья. Как здорово, не надо ни накатывать лодку, ничего, просто сел и полетел. Вот, обратите внимание, сколько здесь лодок. Здесь можно арендовывать место. Если постоянно ловишь на этом водоеме, приехал, все под охраной, сразу же запрыгнул в лодку и полетел. Что мы, собственно, сейчас говоря и сделаем. Друзья, сегодня рыбалка с наскока. Больше она будет посвящена обучению кастингу. Буду пробовать учить Тимофея бросать. Вдруг ему понравится и он захочет себе приобрести байткастинговый комплект. Ну и в то же время походим по точкам, потому что две рыбалки в этом году у меня было на Минском море. Две полноценные рыбалки. И за, наверное, часов 14 на воде я не увидел ни одной судачьей поклевки. Ну и щучьей, в принципе, тоже. Да, мы неплохо половили на гонолесе окуня, но это не в счет. То есть там он ловится практически всегда. А вот в море не было ничего. Сегодня будем пробовать половить с успехом. Вон мой катерский. Финвал? Нет, трамвайчик. Ага. Вот, друзья. Ну, сейчас будем пробовать. Вот мы и пришли. Оп, лодка, да? Да, да, обяха. Оп, два, по-моему, если не ошибаюсь. А я не помню тоже. И Honda 20. По-моему, просто оп. Ну все, друзья, сейчас будем заряжаться. Подними сиденье. И вот это вот закрутить до упора штучку. Вот эту? Да, да, вперед ее прокрути, да. Вот, все. Все, до упора. Да, это размыкать. Так, это что? Печенечки. Так, кепку будешь? А, это так, наверное, держи. Тебя надо только здесь этот мотор первый раз завести. Щелкнуть и... Не, заводить его не надо, он заведется. Лапку назад откинь, черная лапка эта. Сюда ее вперед и пихни. Да. Один раз. Оп. Есть. Ну вот, друзья, в принципе, пару сек, и ты уже на воде. Сразу видно, бель Тима ловит. Бывает, да? Чешуйки. Друзья, пока прогревается мотор, я подготовлю нашу спутниковую навигацию. Так, удочки. А пока в руках. Давай попробуем, да. Несколько забросов. Здесь, я думаю, надо, если по окуню, то... По окуню, да, 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 да. Так, можно же сниматься, когда стоишь, да, на месте. Держит якорь нормально этот? Конечно, он на течке держит. Но он и стоит порядочно, да? $50. Не дешево. 60 даже. 115 рублей. Грибок этот. Это сколько грамм? 6. Порядочно. Так, что у меня тут? Два грузика включено.
Ладно, давай с двух начнем, там, если что, закручу. И что, здесь твердое дно вообще? Сейчас посмотрим. Видишь, рисует кого-то. Да. И, в принципе, такие хорошие символы. Попробуем. Так, ну что, включаем навигацию. Ну. Вот, видишь. Угу. А на падении как он? Он просто валится. Ну, видишь, даже на минимальных. Угу. В общем, первая точка будет интересная, она окунь судак, она где-то вот в том районе. Сейчас я включу навигатор. Нам тебе. Друзья, обратите внимание, какой... Это я приблизил случайно или что? Не-не-не, это так... Обратите внимание, какой бугор интересный. Очень острая горка, вот. Смотрите, и вот вроде на нем наверху стоит рыбка, и внизу стоит за ним. Соответственно, нам нужно по ветру встать, нам даже удобнее будет. Только мы, наверное, далеко ушли от него. Сейчас мы еще раз подойдем. Можем зайти на него еще раз, да, чтобы и вам... Вот, видишь, вот стоит рыбки. То есть рыба есть, вот с этого я и судака здесь ловил, и окуня здесь ловили. Такой своеобразный интересный бугорчик. Вот стая рыбки стоит, обратите внимание, вот. 4 особи. То есть, возможно, это даже судачок, потому что символы крупные. Показывает точку бугор именно... Именно ноль, да, верхушку самую. Вот по навигатору сейчас выставляемся, вернемся к бугру. И уже от бугра будем плясать. Вон конкурент стоит. Вот бугор пошел. Да. Вот, рыба на нем есть. Соответственно, бери вот сюда, чтобы нам по ветру было удобно. 3,8 было. Вот он, видите, белая рыба. Ну, не белая, а, скорее всего, хищник. Есть тут. Сейчас отходи от него метров. Еще, видишь, еще маленькая сисечка есть, да. Интересно, интересно. Вот 3,8, мы сейчас прямо по нему идем. Сейчас вот свал с него как начнется. Не, подожди, что-то мы неправильно. Это мы, наверное, вышли уже с карьера. Да. Сюда будет. Свал сюда. То есть нам можно будет кидать и в ту сторону, получается. Так, мы вот так вот шли. Угу. Сейчас 47 метров мы от точки. 47 метров от точки. Сейчас вернемся обратно, чтобы уже четко правильно стать. Ну, здесь тоже, видишь, тоже рыба есть, да. Потому что я с этой бровки тоже ловил, которая выводит на полив. Я сначала нашел эту бровку, а потом туда решили пойти, и я наткнулся на эту банку. Вот это свал, затопленный карьер, и вот даже рыба есть. И там дальше сейчас начнется подъем этот. Вот он. Да. Наверное, будет правильно вот сюда тогда отойти. Чтобы чуть-чуть хотя бы по ветру задевать, чтобы совсем против ветра нам не кидать. Здесь мы, может, и несколько даже постановок сделаем. Да, здесь погуляемся немножко. Давай вот так вот попробуем. Лебедка классная вещь. Вот, смотри. Угу. Хороший. На, попробуешь. X4 был, да. Но
Под, если ракушка, то под дном должна полоска вторая идти. А я думаю, что я не помню уже. И заставки зимой тоже ставят. Есть. Да. Окунёк. Да. Хе-хе. Друзья, первый. Домой. Отпустим первую рыбку. Сработал маленький юшет, по-моему, называется. Фишаповская приманочка, заряженная на двойничок. 6 грамм голова, флюр 0,35, спиннинг гад чейсер до 14 грамм, в росте 7,6. И Шимана Коситас с рей шпулей мелкой. Вот Тимы тоже, что ли? Нет? Не-не-не. В общем, кислота сработала, будем пробовать. Ну, может, судачок даже, я нет? Я даже поддавлю, очень плохо. На ракулю. Красота. Видите, какой удачный бугорок? Удачная постановка и рыба в подсаке. Правда, размерчик? Но сам факт, что он здесь есть. И возможно здесь... На 74-ю я могу хороший размерчик. Да. Возможно, друзья, это этот бугор, он выходный. Ну, то есть рыба сюда выходит выходами по часам. Сработал рейнс. Забыл, как называется. Только что Тиме презентовал его. Вот он его прекрасно разловил. Ну, а с удочка домой. Питюню. Подвис. Ну, у меня тоже окунёк без поклевки клюнул. Уже здесь внизу. А Саня, купи твой комплект, да, у тебя? Какой? Ну, с этим, мотком, мотор. Да, да, да. На чижовке тусуется там? Ну, периодически, да. Да, они там и неплохо бывают. На Великий вот они. Матвей один раз ездил один. Куда ездил? На Вилейку. Неплохо. Там 2400 с ПК слава. Есть. Что покрупнее.
Подвис тоже, без поклевки. Слушай, он с какой-то херней. Плетенка старая или леска? Пучеглазик. Он стоит здесь прямо. На свале? Да. Можно даже чуть дальше можно пойти. У меня уже была мысль такая. Но. Может быть, и имела бы смысл. Изи Шайнер троечка. Ну есть же здесь хорошее. То есть, ну, 100%. Обрез. Обрез? На обрыву. Поклевка была? Да. Блять, вместе с флюром ушло. Наверное, или в хребет, или в бровку. А пакля была? Да, 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 пакля, я же подсекал. Неприятный момент. Ну что, друзья, вы видели нашу постановку на бугре. С нее мы сняли одного окуня, два судачка и еще пару невнятных каких-то тыков было. Сейчас, друзья, в этом здоровском помощничке есть еще два классных бугра, которые отсюда находятся в 2 километрах. Предлагаю, друзья, отправиться к ним. Вот здесь интересный подъем, вот корчики есть. Сейчас будем рыбы не показывать, что тут. Ну вот, у меня, видите, забитость, погрешность сейчас 5 метров. Это самая верхняя точка. Сейчас будем становиться на свал. Начинается интересный рельефчик, вот свал с горчиками. Вот примерно интересующая нас глубина 5,6. Отлично, мы как раз будем прорабатывать. Так, вот сюда нажимаем, да? На нижнюю. Сюда. Или ну, наоборот, на дальнюю. На нижнюю. Смотри, тут вообще хороший пенек. Ну. Можно даже чуть вперед еще пройти, попробовать. Давай. Хорошо. В принципе, друзья, вот мы стали на 6, а наверху, как вы могли видеть, было 3,8. Сейчас попробуем. Здесь такой довольно-таки длинный хребет, метров, наверное, 70. Ну, а если мы прошли бы еще метров 15-20, мы бы, друзья, свалились бы в русло уже, то есть в основное русло водохранилища, которое двигается со стороны Семкова в сторону дамбы.
Ну что, друзья, будем пробовать джиговать. Ну что, друзья, в общем, такая вот рыбалочка получилась. В быстром темпе мы проскочили по известным точкам. То, что происходило, вы видели. В общем-то, в принципе, больше ничего такого интересного и не было. То есть решили мы заканчивать рыбалку, уже слеповались по темноте. Ну, уже сколько? Почти 10 часов без 20. Мы же не слеповались. Ну, точнее, да, поставили катер на место, в принципе, прыгнули в машину. И, конечно, очень удобно. Я как представлю, если бы это была лодка ПВХ, это надо было сейчас сложить все, просушить, протереть. А так вот Тима Теном накрыл лодочку, вынесли то, что, ну, вот я свой багаж забрал. Тима оставил все, что ему необходимо было, оставил в лодке, накрыли Теном. И, в принципе, в следующий раз все то же самое. Тен сняли и полетели рыбачить. Да. В общем, конечно, классно. Все, друзья, осталось пару километров до дома. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. До новых встреч, друзья. Пока. Thank you.